Привет, друзья! Какие ассоциации вызывают у вас слово «город»? Скорее всего, это множество людей и автотранспорта, многоэтажные дома, обилие магазинов и кафе. Однако это описание обычного города. Но встречаются и населенные пункты, которые совсем не похожи на привычные нам города. Сейчас вы узнаете о 7 самых необычных городах в мире. Поехали! Город Сетениль-де-Лас-Бодегас в Испании отличается от подобных горных городов тем, что дома встроены в скалы. Скала является одновременно и стенами, и даже крышей домов. Все выглядит очень гармонично и даже практично. Маншият-Насир также известен как город мусорщиков. Это христианский коптский квартал на окраине Каира, Египет, население которого занимается сбором мусора по всему городу с целью последующей его переработки и утилизации. Специфическая деятельность основной массы населения квартала порождает устойчивый неприятный запах, который витает повсюду. Городок Колма в штате Калифорния, США, еще называют городом молчания. А все дело в том, что тут находится в общей сложности 17 кладбищ. Еврейские, китайские, русские, кладбища животных и многие-многие другие, что составляет около 73% городской территории. Количество покоящихся здесь превышает численность живущего населения как 1000 к 1. Это привело к шуточному девизу среди некоторых жителей: «Хорошо быть живым в Колма». Городок The Villages был построен специально для пенсионеров, поэтому сегодня там проживает более 100 тысяч пожилых людей. Передвигаются жители The Villages на гольф-мобилях, а детям вход в городок воспрещен. У берегов Нагасаки, словно застывший во времени, расположился заброшенный город-остров Хосима, в переводе с японского «пограничный остров». Окруженный защитными бетонными стенами, он напоминает японский боевой корабль «Тоса», за что местные и дали острову прозвище «Остров-крейсер». Так как небольшой городок Куберпеди в Австралии находится в жаркой пустыне, жители нашли выход и поселились под землей. Куберпеди – это настоящий подземный город с персональной инфраструктурой прямо под землей. Город известен как мировая столица опалов, потому что здесь одно из богатейших месторождений опалов. В американском штате Аляска есть городок под названием Уитиер. Численность населения города составляет всего 220 человек. Уникальным Уитиер делает то, что все местные жители живут в одном большом 14-этажном доме. Помимо квартир в доме находится школа, полицейский участок, церковь, небольшая клиника и магазины. Большая часть горожан работает в глубоководном порту, расположенном в нескольких сотнях метров от дома. К услугам местных жителей также построен фитнес-центр и несколько кафе, находящихся рядом с домом. Ну что же, друзья, хотели бы побывать в каком-то из этих городов? Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых выпусков!